У нас сегодня первый мастер-класс проекта «До Миколая в Миколаев». И мы начали с карнавальных масок. Вот. Для чего мы это делаем? Как и в прошлом году, и в позапрошлом, мы будем проводить серию мастер-классов для того, чтобы, во-первых, популяризировать handmade, то есть мы сами своими ручками делаем какие-то поделки для того, чтобы реализовать их 19 декабря на празднике Святого Николая. В принципе, именно для этого мы здесь и собрались. В прошлом году мы привлекали большое количество детей для того, чтобы внедрить идеологию, что детки своими ручками делают для других детей, потому что эти поделки, некоторые из них отправлялись в детский дом. Мы были уже в третьем интернате областном, мы были в детском доме в Степовом. То есть вырученные средства с ярмарки на День Святого Николая мы потом реализовывали для подарков, либо каких-то нужных вещей для детей. Вот. И на мастер-классе, естественно, мы дарим детям знания, мы дарим детям навыки, вот, и людям взрослым тоже. А в дальнейшем это уже как бы, да, кому-то в радость, как подарок, а кому-то в помощь, кто нуждается.